Так что пооткрываем. И дарунки. Надеюсь, девяточка якась просочиться. О, полляма серебра. Вот это, конечно, пойдет, пойдет. Пятый ривень. Боже, зачем мне цей хлам? Тупо для коллекции будет с ангаре стоять. Тут ничего. А, на 5 боев. А что, и тут такая хрень выпадает? А, в автомате. А, мне тоже, типа, зауйти жетоны, чи каких-то. Мне что же та штука попала? Объект что-то там 283, чи шо? Дай угадать, ЛТшка? Да, ЛТшка та уёбищна. Ну, в смысле, а нет, это не вона. Восьмерочка. Что, хороший танк? Хм. Прикольно, прикольно. Буду стоять. Самое больше, что мне нравится, это серебра. Серебро. Как бы по полу ляма, блин, раз за 3-4, то было бы нормально. О, только сказал. Дякую, дякую. Так, что китайцы мне скажут? А, с турбинами, да, я бачив в бою разок. Ага. Щось пока слабенько. Опа. Це ж таки. Четвертого левела. Реактивный летак. Понятно, китайцы что-то слабенько. Ну и последний 7. Угу. Такое себе, такое. Пушка. Пятый левел. Тоже будет стоять, походу.
И последняя. О, полляма серебра тоже хорошо. Опять полляма. Отлично. Отлично. Я все. Тысячи игры мне не было. Турбина. А сейчас заценим. Правда, без экипажа с ним играть, типа, блин, не хочется. Ага. Ну, блин, можно даже еще один прям танк якийсь купить. Я думаю, окупила, окупила. Типа за косарь це ось ось 1000 гривень, це ось золото тільки. Так, де та какашка? Ёб твою мать, от... Два ствола? Охереть. Интересно. Да, серебро це тема вообще. Ну, 3 ляма, можно уже Т-30 скоро куплять. Так, а где той танк? Який він нації? А, усе. Турбіни. Блядь.